Как заработать на канадском долларе? Сейчас покажу на графике. Есть несколько способов. Первый – это с помощью технического анализа. Я покажу разворотные точки на графике. Второй – с помощью новостей. На этой неделе будет новость, о которой я чуть позже скажу. Ну и третье – это с помощью моего торгового робота. Если вы клиент Markets, вы можете получить его совершенно бесплатно. В описании к этому видео вы найдете ссылку на мой канал. А на моем канале, на любом видео, вы найдете ссылку на мой Telegram. И пишите мне в Telegram. Итак, давайте рассмотрим первый способ, это технический анализ. Открываем пару доллар, канадский доллар. И что мы видим? Цена идет сейчас вниз, она отбилась от прошлого, кстати, моего сигнала. Я на прошлой неделе давал сигнал. Ну и не ленитесь, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я предупреждаю всех о важных новостях, на которых можно заработать. Здесь была разворотная точка, и цена опустилась более чем на 850 пунктов. Таким образом, если бы вы продали объемом всего лишь один стандартный лот, то вы бы заработали 850 долларов за несколько часов. Кстати, что такое лот? У меня есть отдельное видео, обязательно посмотрите. Давайте посмотрим, как теперь заработать. Цена приближается к линии поддержки. Видите, у нас тут вот красная линия поддержки восходящая. Если цена дойдет до этой линии, то можно будет купить и заработать на росте. Поэтому ставьте отложенные ордера, можете рынком входить, ставьте оповещения, оно очень помогает не пропускать выгодные сделки. Кстати, я не зря вам говорю подписываться на телеграм-канал. На прошлой неделе был нон-фарм, и цена взлетела на новости что-то на 350 пунктов, по-моему, за первую буквально минуту. Мы это активно очень обсуждали, я показывал свои сделки, поэтому переходите в Telegram, обязательно подписывайтесь и не пропускайте выгодные сделки. Теперь давайте посмотрим, как заработать на канадском долларе на экономических новостях. Вот календарь экономических новостей. И мы видим, что в среду будет новость по Канаде. Смотрите, в 17:00 по Москве решение по процентной ставке. Прошлая ставка была 4,75, а сейчас планируется повысить до 5%. Это значит, если новость подтвердится, то Центробанк повысит ставку, и канадский доллар может взлететь на несколько сотен пунктов. А значит, пара доллар-канадский доллар может упасть. Поэтому не пропустите эту новость. Но это еще не все. По канадскому доллару есть еще кроссовая пара, которая содержит канадский доллар. Сейчас покажу, как на ней заработать. Открываем валютную пару австралийский доллар к канадскому доллару. И что мы здесь видим? Мы видим, что цена отбилась от линии сопротивления и сейчас намеревается идти вниз. Если она пойдет вниз, то здесь ее ждет линия поддержки. Линия поддержки, основанная на двух минимумах хороших, поэтому я думаю, если она подойдет к этой линии, она отобьется и можно будет заработать на росте. Ставьте отложенные ордера на покупку и зарабатывайте на росте. Ну и также я обещал показать, как заработать на моем торговом роботе, используя стратегию усреднения. Смотрите, британский фунт сейчас отбился от линии сопротивления и идет вниз. Если он дойдет до линии поддержки, это зеркальная линия поддержки на уровне 1.2806, то здесь можно будет купить и заработать на росте. Но если цена пробьет эту линию, то здесь есть запасная линия поддержки, тоже зеркальная, на уровне 1.2780. Здесь можно торговать вручную, а можно с помощью торгового робота. Ведь робот, он включается не только кнопкой запустить автоторговлю, но и может запускаться отложенным ордером. То есть вы выбираете в настройках отложенный ордер, ставите его на уровень 1.2805 и дальше ставите расстояние между усредняющими ордерами, измеряете, сколько здесь от первого до второго, ну примерно 230 пунктов. Открываете настройки, находите пункт расстояния между усредняющими ордерами, выставляете 230 и запускаете в таком режиме. Если цена пробьет первую линию и дойдет до второй, исполнится второй ордер, и если цена вернется хотя бы до середины, то он закроет в плюс оба ордера, и вы будете в плюсе. И вам не надо будет следить за торговлей, сидеть перед монитором и терять на это время. Поэтому используйте алгоритмическую торговлю. Если вы клиент компании Amarkets, то вы можете получить бесплатно мой торговый робот. Переходите по ссылке в описании на мой канал. И в описании к любому видео есть ссылка на мой Telegram. Пишите, я расскажу, как его получить бесплатно. Ну давайте еще посмотрим евро-доллар. Тут очень много у меня линий, не пугайтесь. Внизу разворотные точки бирюзовыми прямоугольниками на покупку. Но сейчас они не актуальны. Почему? Потому что цена евро-доллара полетела вверх. Ну это как раз вот был нон-фарм. Цена взлетела. И сейчас что мы здесь наблюдаем? Здесь есть две линии сопротивления. Вот первая линия на уровне примерно 1.0984 и вторая 1.1012. Отсюда можно будет продать. Кстати, также можно использовать стратегию усреднения вручную или роботом. А если цена все-таки вернется вниз сейчас в коррекцию, что в принципе тоже вероятно, то здесь ее ждет зеркальная линия поддержки на уровне 1.0930. Отсюда можно будет купить и заработать на росте. Вот на М30 я покажу более понятно. Вот здесь вот в этом месте можно будет купить и заработать на росте. На этом я закончу мой краткий обзор. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Но это не полный обзор. Полный обзор можете увидеть на моем канале. Переходите по ссылке в описании и смотрите полный обзор. Также подписывайтесь по понедельникам. Каждый понедельник я делаю такие выпуски и рассказываю, как можно на этом заработать. Ну что, желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.